Вот. Начнем. Подушечка. Ну все. Еще раз извиняюсь. Доброе утро. Техника не всегда срабатывает как нужно, и что-то надо было повозиться. Хорошо, но принцип сохраняем, я сохраняю, что бы ни происходило, что бы ни говорили, что бы ни случалось, остаемся в своем хорошем и в ровном состоянии. Хорошо, тема движения, поднял тему. Вот разнообразие движения нам позволяет такое сочетание йога, цигун, ну и медитация тоже, осознавание этих движений позволяет перекрывать много чего из движения, да? Вот, если сюда добавить еще плавание, особенно в открытых водоемах, и прогулки или бег, или путешествия по пересеченной местности, тогда у нас вообще полный набор. Хорошо. Движение. Обращаем внимание на то, вот я в предвкушении уже вот того, что мы сейчас начнем двигаться, и я в предвкушении удовольствия от этого движения. Вот, надеюсь, вы тоже. Поехали. Двигаться. Встаем на коврике. И осознаем позу. Осознаем позу. Ладошку на живот. И начинаем дышать. Сначала животом. Вдох. Начинаем дышать глубоко. Имеется в виду выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. На ребрышке. Ребрышки погладили их, вдохнули ребрами. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Начинаем с разогрева дыхательных мышц. Выдох. Ключицы. Пальчики повесили на ключицы. Вдох. Ключичное дыхание. Ключицы поднимаем. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ладошка внизу, ладошка вверху, живот, ребра, ключицы, вдох. Выдох, ключицы, ребра, живот. Вдох. Выдох. Руки опустили. Разворачиваем ладошки и грудную, и плечи, и раскрываем грудную клетку. Вдох. Чуть сутуриваемся. Выдох. Скругляем спинку. Вдох. Выдох. Понаблюдайте, как вот это активное дыхание меняет ощущение настроения. Вдох. Выдох. Руки в стороны. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Одна рука в одну сторону, другая в другую. Вдох. Выдох. Вдох.
Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выдох, опустили руки. Ладошки вверх смотрят. Сейчас у нас, сейчас будем такое большую амплитуду движения делать. Восьмерки. Вдох. Даосские восьмерки или две чашки чая или танец Шивы. Вдох. Выдох. Это на тему. На тему танца Шивы. Вдох. Две петли сверху. Одна и другая рука. И снизу. Большие. Вдох. Подключаем всю спину, все отделы позвоночника. Вдох, волна вверх, таз вперед. Выдох, подбородок на грудную клетку. Вдох. Давайте еще больше, смотрите, скругляем. И из круглой спины. Вдох. Выдох, двигаемся, двигаемся. Вдох. Выдох. В другую сторону ладошки. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Правая рука вперед, только правая. Вдох. Вот так весь бок потянули. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. В другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Почувствуйте, как все тело включается, даже ноги, тазобедренные суставы. Пять. Шесть. Хорошо. Опустили. Почувствовали право-лево. И запустили лево. С левой стороны. Чашечку поставили на ладошку. И вперед. Вдох. Раз. Три, четыре. Обращаем внимание на приятное ощущение. Пять, шесть. Хорошо, в другую сторону. Вдох. Вдох. Выдох. Три. Четыре. Пять. Шесть. Угу. Правая рука. Правая рука возле ребрышек. Где-то серединка грудной клетки. Вот где-то вот здесь. Вот здесь. И мы представляем, что здесь у нас шар. И этот шар нужно держать в одном месте. Но мы также восьмерочку пробуем прокрутить. Вот. Надо всем телом так вывернуться, чтобы шар остался в одной точке пространства. То есть еще более амплитудное движение тазом. Вот пробуем. Вот ладошка вверх все время смотрит, в другую сторону.
два, док выйдет. Три. Четыре. Хорошо. Другая сторона. Ладошку. Вот шарик, мячик. Вот, представляем. Мячик. И пробуем прокрутиться, чтобы он в одной точке пространства был. Что-то типа этого. Другую сторону. Четыре. Хорошо. Так, теперь вспоминаем большие амплитудные движения. И нам нужно правую руку запустить одновременно вперед, левую назад. Назад. Соответственно, плечи разворачиваются вот так вправо, да? Раз. И потом мы их меняем одновременно. Пробуем. Я знаю, что это не все могут сделать с первого раза, но с какого-то раза можно научиться. Поэтому попытка каждая в зачет. Три. Четыре. Пять. Шесть. Другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Хорошо. Сбросили, потрясли, встряхиваем. Хорошо. Руки тыльными частями ладони соединили, развернули и провернули полностью. Сначала локти, плечи. Локти, плечи. Три. Четыре, пять, шесть. Тоже движение из таза. В другую сторону. Плечи, локти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Угу. Правая рука назад. Раз, левая рука вперед. Два. Правая рука вверх. Ага. Левая. Локоть, плечо. Правое плечо. Локоть. Левое. Локоть, плечо. Одновременно. Пробуем. Одновременно. Произвести движение. Пробуем в своем режиме. Хорошо. Левое плечо, локоть, правое локоть, плечо одновременно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сбросили все. Так. Ну, шею давайте отдельно. Право-влево отклоняем. Утяжение право ли? Продолжаем. Вперед назад. Отводим назад, приводим вперед. Хорошо.
повороты. Право, влево. И круговые движения. Опустили голову вниз, по кругу раз. Медленно прокручиваем два. Наблюдая за ощущениями три в шейном отделе. В другую сторону. Раз. Два. Три. Хорошо. Вот если почувствовали, что где-то вот такое особое ощущение было, в эту сторону потянули, вот начали эту мышцу, можно подвигаться вперед-назад. Угу. Хорошо. Так, дальше пальчики. Пальчики включаем. Полное сжатие-разжатие. Полное сжатие-разжатие. Не так, не вот так, а полностью. Полностью сжимаем, разжимаем. Сжимаем до утомления мышц. Вот утомление сейчас придет. Угу. Стороны. Хорошо. Вверх пальцы растопырили. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. По кругу. В другую сторону. Большой палец внутрь. Пальчики сжали в кулак. И кулачки провернули. Провернули. Наблюдаем за ощущениями в другую сторону. Там в запястьях тоже очень много всего. Толкнули кулаки в стороны и вверх, выпрямили руки, делали вдох, выдох, указательный палец вверх, вдох, выдох, второй палец, вдох, держим, наблюдаем за появившимися ощущениями, третий палец, вдох. Какие-то шарики пролетели на экране. Четвертый палец. Вдох. Выдох. Пятый палец. Вдох. Держим, 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 держим. Хорошо. Опустили. Стряхиваем кисти. Локти в стороны. Вот так стряхиваем. Кисти у нас расслаблены. А в локтевых и плечевых суставах провороты в другую сторону. Провороты. Хорошо. Угу. Таз покрутим отдельно. Два, три, четыре, пять, шесть. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Почувствуйте сейчас изменения. Вес тела. Давайте поперемещаем вправо-влево. И на левую ножку опускаемся. Колено вверх. 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 Захватываем. Подтягиваем. Угу. С другой стороны. Захватили. На ягодицу, пяточку. И пробуем отвести колено назад. Руку вперед можно. И попробуйте еще коснуться пола. Хорошо. Вторую ножку. Колено поднимаем. Выше. Захватываем. Прижимаем. С другой стороны. Колено вниз.
Пятка на ягодицу. И пробуем вытянуть руку вперед, колено назад и вверх. И коснуться пола, можно быть. Натянули. Хорошо. Стряхнули ножки. Теперь правой ногой начинаем рисовать восьмерку. Спереди петля, сзади петля. Спереди, сзади. Спереди. Три. Четыре. Пять. Шесть. Угу. Теперь начинаем в другую сторону двигаться. Открытое бедро, закрытое. Два. В другую сторону. Восьмерочку рисуем. Три. Четыре. Пять. Шесть. Хорошо. Второй ногой. Восьмерочка. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Хорошо. Теперь в другую сторону раскрываем бедро и закрываем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Ага. Стряхиваем ножки. Вот, позгибаем колени. Ягодицами таз. Угу. Хорошо. Пальчики, стопы и пальцы на ногах растопырили, зацепились пальцами за коврик, поднялись на носочки, на пятки. Носочки, пятки. На носочки, на пятки. Перекатываемся. Хорошо. Теперь ноги чуть расставили. Внешние и внутренние. Внешние и внутренние. На внешних походили. На внутренних. На носочках. На носочках. Давайте попрыгаем. Попрыгаем на носочках. Отпрыгиваем назад. Ага. И начинаем двигаться, поджимая пальцами под себя коврик. Вот, кто не помнит, такое движение. Мы пальцы сжимаем. Спинку ровно держим и проносим пятки вперед. После проноса мягкий такой удар пяточкой. Весь коврик нужно пройти. Попробовать. Давайте, чтобы мышцы почувствовались. Хорошо. Стучим пяточками, стоим на месте. Ноги ширина таза. Выдохнули, почувствовали тело, почувствовали ощущения. И начинаем из таза задавать движение.
Руки, как пустые рукава рубашки. Хорошо. Ножки вместе. Дыхание уджайи. На вдохе звук произносим со, на выдохе хам. Про себя шепотом. Руки через стороны вверх, на носочках пошли, вдох вверх. Выдох. Вдох. Вытянулись, потянулись к небу. Выдох. Вдох. Выдох. Руки вперед и вверх, прогиб, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ручки в стороны, вдох. Ладошками вверх. Выдох. Вдох, прогиб уходим. Выдох. Вдох. Выдох. Начало коврика. Руки через стороны вверх. Вдох. Пальчиками коснулись вверху. Выдох. Мягко. С круглой спиной в наклон уходим. Вдох. Поднимаемся. И после выдоха, выдох, втягиваем живот. Выдохнули, втянули живот. Вдох. Вместе с животом промежность подтягиваем. И подбородок на грудной клетке. Тройной замок. Три замка. Выдох. Вдох. Выдох. Тянули живот. Посмотрели теперь вперед. Вдох. Посмотрели назад, выдох, тянули живот, пальцы за пятки или на голенях. Смотрим, как получается. Вдох, прогиб. Выдох, тянули три замка. Вдох. Выдох, три замочка. Вдох. Переходим в нижнюю планку. Чатуранга Дандасана. Выдох. Из чатуранги собаку головой вверх. Вдох. Чатуранга. Выдох. Вверх. Вдох. Через пальчики перекатились ног. Через пальчики ног обратно. Выдох. Чатуранга. И еще вдох. Выдох. И еще вдох. Собака головой вниз. Выдох. Вот таким образом. Угу. Собака головой вверх. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Тянули живот. Собака головой вверх. Вдох. Собака головой вниз.
Время. Тянули. Вдох. Вперед. Выдох. Назад. Хорошо. Стоим. Здесь отдыхаем. Вдох. Выдох. Втягиваем живот. Вдох. Выдох. Тянули три замка. Вдох. Выдох. Тянули. Хорошо. Вдох. Правую пятку в пол потянули. Выдох. Левое колено согнули. Вдох. Поменяли. Левую пятку в пол, колено согнули, правое, выдох. Замки все время втягиваем после выдоха, вдох. Поменяли ножки, выдох. Вдох. Левую пятку в пол, выдох. На носочках поднялись, вдох. Прямые руки, ноги, таз, лево опустили, выдох. На носочках поднялись, вдох. Таз справа, выдох. На носочках поднялись, вдох. Вытянулись, выдох. Шагнули двумя ногами вперед, вдох. Наклон, выдох. Руки через стороны вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Наклон, выдох. Правая нога назад, вдох. Колено в пол. Вытянулись. Выдох, собака головой вниз. Колени в пол, вдох, прогиб. Выдох, антипрогиб. Прогиб, вдох. Выдох. Прогиб, вдох. Планка, выдох. Верхняя. Планки, вдох. Опускаемся на живот, выдох. Ладошки под плечи. Ребрышки вперед, вдох. Поставили ребра, выдох. Давайте ножки вытянем. Локти в стороны, вдох. Давайте локти к талии, выдох. Руки вперед. Вдох. Поднимаем выше, выше руки. Выдох, вперед. Смотрим вниз, вдох. Локти вот к тазу. Пальчики в стороны смотрят. Выдох. Пальцы вперед смотрят. Хорошо. Ладошки под плечи. Оттолкнулись. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Правой ногой шагнули вперед. Вдох. Выдох. Наклон. Руки через стороны вверх. Выдох. Руки через стороны вверх. Вдох. Наклон, выдох. Левой ногой назад. Вдох. Отшагнули двумя ногами. Выдох. Колени в пол. Вдох. Прогиб. Планка. Выдох. На правую руку вдох. Выдох. Таз вверх, рука над головой, вдох. Таз вниз. Выдох. Таз вверх, вдох. Таз вниз. Выдох. Таз вверх, вдох, поменяли. Выдох. Таз вверх, вдох.
вниз, вверх. Размер вдох. Вниз, выдох. Размер вдох. Ванта. Выдох. Ванки вдох. Опускаемся на 8 точек. Выдох. Кобра вдох. Собака головой вниз. Выдох. Левой ногой вперед вдох. Колено в пол. Выдох, наклон. Руки через стороны вверх вдох. Выдох. Еще один круг сделаем. Вдох. Выдох, наклон. Правая нога прямая сзади. Вдох. Выдох. Правая вниз. Развернули вдох. Хорошо. Выдох. Левая вниз. Рука. Правая вверх. Вдох. Хорошо, выдох. Отшагнули назад. Планку, вдох. 8 точек, полувыдох. Кобра, вдох. Собака головой вниз. Выдох. После каждого выдоха 3 замка делаем. Правой ногой вперед, вдох. Наклон. Ножки вместе. Выдох. 3 замка. Руки через стороны вверх. Вниз. Выдох. Вверх. Вдох. Прогиб. Наклон. Выдох. Левая нога назад. А вдох. Левая рука вниз. Разворот, выдох, вдох, поменялись, выдох, левый вверх, вдох, посмотрели вверх, выдох, хорошо, отшагнули назад, вдох, колени в пол, выдох, прогиб, планка, вдох. На 8 точек опустились, выдох. Кобра, вдох. Собака головой вниз. Выдох. Левая нога вперед, вдох. Вера Бадрасана. Выдох. Наклон. Руки через стороны вверх, вдох. Выдох. Ручки опустили, вдох, выдох. Ноги ширина таза. Опускаемся вниз. Ладошки перед грудью, вдох. Выдох. Тянули живот. Ладошки вперед вытянули, вдох. Выдох. Тянули живот. Перед грудью ладошки вдох. Выдох. Тянули живот. Ладошки ставим сзади. Таз вверх. Вдох. Таз между ладошек. Выдох. Таз вверх. Вдох. Уголок. Выдох. Таз вверх. Вдох. Уголок, выдох. Таз вверх, вдох. Таз пятком, выдох. Вдох, расслабились. Выдох. И еще позволяем туловищу назад идти.
Плечи растягиваются. Ага. На копчик переходим. Раз. На вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Носочки на себя вдох. От себя выдох. Поясница в пол. Ноги висят. Вдох. Смотрим на пальцы. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Пятки вниз. Ручки вверх. Вдох. Голова вверх. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Руки в стороны. Расслабились. Выдох. Левую ножку вокруг правой обернули. Таз левее. Колени вправо. Ладошка сверху правая. Посмотрели влево. Лопатки на полу. Вдох. Живот дышит, выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Развернулись. Левая, правая теперь сверху. Таз правее. Колени. Влево. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Расплелись. Положили ножки, взяли себя под бедра. Вытянулись. Приподнялись на локтях и легли. Выдохнули. Глубокий вдох. Выдох. Глубокий вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Все отпустили. Расслабляемся, обращаем внимание на состояние мышц, обращаем внимание на различные ощущения в теле, обращаем внимание на мысли свои. Все глубже, глубже расслабляем тело, расслабляемся с каждым выдохом. Проходим волной по телу. Выдох, расслабление. Хорошо. Делаем глубокий вдох. Длинный выдох. Шевелим пальцами рук, ног. Подтягиваемся. Сгибаем колени. Берем себя за ножки, прижимаем бедра к животу.
Покачайте справа-влево. Выпрямляем руки, ноги, стряхиваем. Тряска. Трясем, трясем, трясем. Хорошенько стряхиваем. Кисти, стопы, икры, бедра, мышцы рук. Хорошо, остановились. Почувствовали разницу, взяли себя под бедрышки и сели. Ну вот, мы закончили. Комплекс. Минута тишины, сидя, годится назад или там на подушечке садимся. Мягко губы растягиваем в улыбку. Почувствуйте, что сейчас ощущаете, как. Задайте себе вопрос, как я себя сейчас чувствую, что я сейчас чувствую. Нравится мне это ощущение, не нравится. Угу. Лучик внимания из макушки пускаем вверх, бесконечный скоб, из копчика вниз. Выстраиваем линию позвоночника. Можно представить свой день, свои дела, встречи, планы, наполнить их улыбкой, Будды, энергией утра, магией утра, вот, которой мы сейчас наработали. И давайте пожелаем счастья и избавления от страданий всем живым существам. Я вас благодарю, и себя благодарю, и свое тело благодарю, свое здоровье. Ценю, и я, давайте, ручки, аффирмация на день, руки в стороны, раскрываем грудную клетку, я впускаю в себя все хорошее, новая аффирмация, я позволяю всему случаться, я впускаю в себя все хорошее. Спасибо. До встречи в среду, да, получается. Все, всем пока. Витя, Таня, Аня.